Семейство снежных барсов попало в объектив фотоловушки на территории Саяно-Шушенского заповедника. На кадрах видно, как представители семейства кошачьих резвятся и познают окружающий мир. Краснокнижный молодняк почти достиг размеров взрослых особей. Внушительный вид 10-месячным ирбисам придает густой мех. Специалисты заповедника отмечают, котята выглядят здоровыми. Сейчас барсы предпочитают держаться вблизи матери. Самостоятельно познавать территорию они начнут ближе к зиме, в полуторагодовалом возрасте.